На месте ушедших с российского рынка брендов одежды западных производителей в Ульяновске продолжают появляться отделы с товарами ульяновских мастеров. С открытия первого шоурума российских дизайнеров «Союз» в торгово-развлекательном центре «Аквамолл» прошло чуть больше 2 месяцев. Однако это не помешало запустить работу еще одного бутика местных брендов «Фабрика». Он расположился на 2-м этаже в торговом центре «Пушкаревское кольцо». Создателями и главными идейными вдохновителями проекта выступили сами дизайнеры и руководители компании «Резидент». Моя задача в первую очередь, чтобы о наших производителях узнали, потому что очень многие топчутся на месте, потому что они не могут реализовать свою продукцию. Они шьют, мастерят, делают, но нет площадки, на которой бы они могли выставиться. А здесь уже проект покажет нам потребность человека, то есть именно нашего потребителя, нашего города, то есть наших людей. Основная концепция нового шоурума – недорогая одежда на каждый день. В бутике можно найти женскую и детскую одежду, украшения, сумки, органическую косметику, а также свечи и другие приятные мелочи. Почти все из представленного ассортимента сделано вручную, в единственном экземпляре, а значит, с любовью и качественно. Екатерина Шмукова – основательница бренда авторских сумок из эко-кожи. На данный момент бренду уже более 10 лет, но масштабно заявить о себе удалось только в этом году. Раньше Екатерина продавала изделия только онлайн, теперь же авторские сумки можно найти сразу в 3 торговых центрах города. В новом бутике пока представлена только часть аксессуаров. Это сумки, рюкзаки и именные косметички. Чем больше людей будут знать о нас, о местных производителях, тем будет лучше. Ввиду того, что позакрывались некоторые магазины известные, это дает нам шанс выйти уже и заявить о себе как о производителях. С индивидуального пошива на мировой рынок продаж известный многим бренд одежды дизайнера-модельера Ольги Столетовой также можно найти в новом шоуруме. Концепция ее бренда заключается в экологичности и удобстве. До этого можно было приобрести только у нас в ателье в новом городе. И потом у нас был проект «Союз», который сейчас успешно набирает обороты. Мы работаем там, наша коллекция там тоже представлена. Но там представлена только классическая серия. Но у нас также есть спортивная одежда и повседневная одежда. Предприниматели, особенно представители легкой промышленности, быстро перестраиваются под новую экономическую реальность. В этом им всячески помогает региональная корпорация развития предпринимательства. Наша задача безусловно, вывести на хорошие продажи и таким образом простимулировать производство в наших небольших промышленных предприятиях. Нами прорабатываются совместно с правительством 2 меры поддержки. Это связано с компенсацией части аренд на стартапе, аренды торговых площадей. И второе направление – это связанное с организацией пространства этого бутика. В ближайших планах у создателей бутика «Фабрика» расширение пула производителей, открытие шоурума в других районах города, а также выход на самарский рынок. Алина Тихонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.